6 крупномерных елей украсили газоны возле муниципального ДК «Заря» в Самаре на проезде 9 мая. Праздничное событие приурочили ко Дню Победы, ведь здание ДК было построено в самый разгар Великой Отечественной войны, в 1943 году, вопреки всем трудностям и как символ того, что фашизму не удалось сломить советских людей, которые продолжали верить в победу. Посадка ели – это, наверное, связь поколений и связь времен. И то, что эта акция собрала столько национальностей, то, что она собрала столько людей от мала до велика, это замечательно и прекрасно. Это говорит о том, что Дом культуры, построенный в военные годы Грозные, построенный вопреки, да, обстоятельствам, дает нам силы сегодня тоже ставить свои планки, свои победы. Межнациональную экологическую акцию по высадке хвойных провели представители национально-культурных центров и казачьих обществ городского округа Самара, студенты-волонтеры при поддержке администрации города. Саженцы были выращены в открытом питомнике МП «Спецремстрой-Зеленхоз» в Алексеевском районе. Как подчеркивают специалисты, все растения высокого качества и максимально адаптированы к нашим климатическим условиям. Посадка крупномеров – дело непростое, и без тяжелой техники тут не обойтись. Одна из машин, задействованных в акции, была приобретена ранее в рамках нацпроекта «Культура». После того, как ели переехали на новое место жительства, им сразу же организовали полив. В дальнейшем сотрудники ДК «Заря» пообещали вносить посильный вклад в уход за молодыми растениями. Конечно же, под чутким руководством специалистов муниципального предприятия «Спецремстрой-Зеленхоз». Сегодня на нашей родной улице, проезде 9 мая, возле Дома культуры «Заря» происходит историческое, экологическое и, как мы и слышим, культурное событие, межнациональное, скажем так. В том году, к сожалению, утрачены были крупные ели, и сейчас городская администрация решила восполнить эту утрату посадкой новых крупномерных деревьев, которые распушились уже. Уже традиционно активисты национальных общественных объединений совместно с волонтерами самарских вузов выходят на знаковые территории города, в том числе на Самарскую набережную, чтобы высадить саженцы декоративных деревьев и кустарников. На этот раз украсить насаждениями решили газоны возле ДК «Заря». Сегодня здесь, перед ДК «Заря», тем самым ДК, в котором проходит огромное количество мероприятий национально-культурных центров, мероприятие по сохранению языка, культуры, традиций. Это мероприятие имеет давнюю традицию. На протяжении 6 лет представители национально-культурных центров, в основном молодежь, выходим и сажаем деревья, кустарники в разных частях нашего города. После высадки деревьев возле здания ДК прошел концерт, объединивший представителей многонациональных народов, населяющих Самарскую область. Виктория Шара и Григорий Плешаков. События.